ЮНЕСКО постоянно организует семинары, тренинги для того, чтобы привлечь общественное внимание к культурным ценностям Молдовы. Этим летом прошел двухдневный тренинг в городе Сорока, куда съехались региональные журналисты. После тренинга был объявлен конкурс о памятниках культуры нашей страны. За два дня, когда реализовывался тренинг, за два дня, когда проходили выездные заседания и съемки, удалось очень многое увидеть. И сюжеты, которые были отобраны, они очень разные. Они показывают нашу страну с разных сторон. 15 октября были озвучены имена победителей. Вторые места заняли две телекомпании – БАС ТВ города Бессарабяска и СОР ТВ города Сороки. Мы представили репортаж про монастырь Рудь. Тему выбрали, потому что это место очень долго было в забытии. Но она настолько красива, что не заслуживает этого. Первое место было присуждено телекомпании АТВ «Камрад», которая представила на конкурс сюжет «Дуга Струвы». Я в первую очередь хочу поздравить вас, дорогие коллеги. Я очень рада, что ваш материал, ваш сюжет занял первое место. Поздравляю. И я понимаю, насколько сложно и тяжело работать журналистом в регионах. Я просто вам хочу сказать спасибо за ваш труд, за ваш профессиональный труд. И ваш материал был очень любопытен тем, что вы проявили любопытство, настойчивость и раскопали и нашли много интересных фактов, материалов, и ваш сюжет получился, вот уже тут отмечали, как такой мини-научный популярный фильм. Заместитель генерального секретаря Национальной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО Луминица Друми отметила, что проект успешный, так как им удалось через региональных журналистов показать зрителям исторически значимые места Молдовы. Я считаю, что это очень успешный проект. Он успешный, во-первых, потому что нам удалось объединить региональных журналистов, нам удалось показать им Молдову, которую они не знали, и через них об этой Молдове уже узнали сами жители, о тех красотах, которые у нас есть. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Молдова пока значится одно наименование, и это единственный объект Дуга Струвы. Еще два объекта на территории Молдовы находятся в числе кандидатов на включение их в список всемирного наследия. Это старый архей и черноземные почвы Бельской степи.